Сейчас я записываю видео. У меня болит голова в этой области, вот здесь. Я слышу звуки и чувствую сильную тревогу. Прямо сейчас я реален, и я сейчас живой и реален. И сейчас, через несколько секунд, я стану еще более реальным, более живым, и мои ноги находятся на реальной поверхности. И мир вокруг, он дружелюбен ко мне. Я хожу, и с каждым шагом я чувствую, что мои шаги реальные, и я хожу по реальной земле, по реальному полу. Вот погода такая очень пасмурная, но все равно тепло. Сейчас выпью кофе, оно горячее. А я позвонил, мне Хик скинул сайт, там аутсорсинг, работа. Там, в общем, я позвонил, меня перенаправили, я позвонил, куда меня направили. Там, сейчас скажу. Вот сейчас покажу, как кот пьет. Котейка пьет воду из миски, как собака. У собаки научилась. Видишь, как много пьет воды. Это очень полезно для них. Видишь, как пьет. Как собака пьет. Потому что она научилась у собаки. А вот перс. Персик лежит, спит. Видишь, урчит. Только подхожу, она урчит. Короче, сейчас. Тут я много всего записал. Телефон Жека. А вот. Метро Курская, 17:00, упаковщик, либо фасовщик. 250 рублей в час, мне сказали. Работа до 11 часов. Ну, как я понял, ночи. Дневная, либо ночная смена. А голова болит. Я могу подъехать, там они скинули. Там нужен СНИЛС, ННН. У меня его пока что нет, но они сообщат. Там много видов, она перечислила, профессий. Это, там грузчик, разнорабочий, кассир. Я выбрал упаковщик, фасовщик, потому что это, мне кажется, самое такое, не знаю, для меня. Вот. Не знаю, получится ли у меня все. Но мне нужна обувь. Мне пришлют из дома обувь, которая подходит мне. И снился ННН. И мелки. Чтобы на всякий случай, если я буду проводить мастер-класс по рисованию. Кофе горячее. Вкусное. Не такое горькое, как московское кофе у меня дома. Мы пьем только московское кофе. Оно самое такое, более-менее нормальное. Но оно горькое по сравнению вот с этим кофе. Здесь вот какое кофе. Коломбо. Коломбо. Кофейня на пьях. Кофе натуральный, сублимированный. Этот кофе намного вкуснее, чем московский кофе, который мы пьем, пили у меня в городе, ну, который я пью. Оно намного гармоничнее ощущается по вкусу, не горчит. С девушками общение голосовыми, я слушаю ее голосовые, она... И отвечаю голосовыми, адекватно отвечаю, все как нормально. Но дело в том, что
Этого, как будто этого недостаточно. Я не хочу к ним подкатывать, не хочу там прикидываться нормисом или еще кем-то. Я просто и хочу общаться и дружить. Как Лев Николаевич Мышкин из произведения «Идиота» Достоевского. Я хочу ощутить себя реальным, а не потерянным.